Теперь беги ко мне сразу, как отпустишь. Теперь беги ко мне, а то они нас застрелят. Сейчас... Да. Там будут сверху лучники, и пусть плюс будут кидать бомбочки. Поэтому нужно сейчас тут аккуратненько их всех перемочить. Сейчас у тебя музыка не играет? Нет. Вот когда начнет играть музыка, тогда они появятся. Стой там пока. Иди, приманка. Не, они, короче, на нас забили. Подожди. Нету? Не, они пошли, наверное. Во! Все, блядь. Меня напрот тут много раз убивали, потому что, блядь, я не знал, кто откуда стреляет, хуй поймешь. Просто нужно помнить, где они, а я, блин, не помню нифига. Бывает. Вон, вижу. Я вижу, где он сейчас. Ты подожди, пока не стреляй. Я вижу. Вот он выстрелил, сейчас он перезаряжается. Блядь. Так, я его снял. Так. Так, вижу еще где. С этими... С бомбочками. Так, вон один наверху, снял его. Так, вон еще один. Где-то. Похоже, я двоих одним выстрелил. Все вроде. Музыка играет. А, она будет играть. Они... Она будет играть. Там еще есть один. Так, наверху, да. Все, закончилась музыка. Все. Вот так. Ой, я сокровище нашел, я... Не помню, чтобы тут оно было. Интересно, откуда оно свалилось-то? Ха, прикольно. Не знаю, вообще я стрелял везде. Хм. Я даже не помню, чтобы в списке сокровищ оно было где-то в этом месте. Ха, странно. Куда там убежал? Тут у меня козел, он чуть меня не замочил. Хорошо, что он хотел... Кинуть. Музыка не играет. Ну и что? А все равно тут они есть. По идее, музыка должна играть до тех пор, пока мы вот в этот лифт не сядем. Сейчас можно, короче, пробежаться вперед, взять лечилку, потом войти в инвентарь, ее скинуть, и когда мы опять продолжим играть, она тут опять будет, можно будет ее еще раз взять. Хочешь так сделать? Так. Берем, короче, лечилку берешь, да. Все.
А, бля, почему-то она не взялась. Видишь, у тебя все равно ее нет. Что за хуйня? Вот она. Слева, видишь? Самая маленькая. Я видел, у тебя там была пустая клетка. Сейчас у тебя там тоже пустая. Не знаю, может, она уволилась. Хрен ее знает.